Как приручить дикого волка, знает биолог-охотовед Леонид Князев. Диких зверей в своем хозяйстве он держит на протяжении 20 лет. Любуется ими не за прутьями клетки, а внутри. Даже не прочь с животными поиграться. Вообще в деревне Лач-Таиба Яльчиковского района волк – настоящий символ населенного пункта. Изображение дикого зверя здесь чуть ли не на каждом шагу. О настоящем волчьем логове расскажем в новом выпуске программы «Герои среди нас», который выйдет в эфир сегодня в 21:00. Кажаман мотор водится, ай мотор. А вы на чувашском разговариваете, да? Ну да, да. Он да, у вас да, чуваш, да, чувашский да. Волк. Я влюбился в этого зверя, самоуверенный, во всей своей красе, это в просторе стоял и так гордо смотрел на нас. Ай-яй-яй-яй-яй, к сожалению, все это забросили, но было 50-60 собак, как их выбросить? Кто к вам сюда приезжает? Если Иордания были, ближнее зарубежье, Азербайджан, Армения, итальянцы, испанцы, американцы были. Это часть моей души, эти волки, собаки. Им тут языка нет. Их понимаешь, что вот ты утром приходишь, прийти, нам пробежать, по всем глазам смотреть. Ну что у тебя сегодня, как начала там это?